Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам о своих очередных покупках. Только что буквально там, не знаю, час назад пришла из подружки и купила всякое нужное. То, что закончилось или уже заканчивается. Начну. Думаю, что может кому-то будет интересно. И плюс расскажу в этом видео о двух наборах кистей от Эко Тулс, потому что недавно пришел заказ iHerbal, но показывать там сильно нечего, там чаи, кокосовое масло, то есть ничего такого сверхъестественного, но об этих двух наборах расскажу. Значит, что купила в подружке? Зашла в подружку, которая у меня три же, как вы, наверное, знаете, уже есть. Прям... не знаю, в километре друг от друга, да, недалеко все. И зашла в свою любимую, самая большая, там самый большой выбор. Как-то они так ее немножко переделали, полочки стали подсвечиваться, так и выбор как-то побольше стал. Вот. Какие-то даже игрушки стали там продавать, таких симпатичных мишек. В общем, так забавно все сделано. Первое, что я купила... такая вот умывалка Aqua Sensation, пробуждающий гель для умывания на основе технологии Hydra IQ, экстракта курца, бла-бла-бла. Ну, в общем, такая вот умывалочка с какими-то шариками тут внутри интересными. Сейчас у меня умывалка от Dr. Nature, что-то такое, что-то израильское. Тоже в подружке продается, очень хороший, мне нравится. Ну, я люблю новое все пробовать, поэтому купила такое. Скидка у меня сейчас невыгодная, 3% почему-то только. И, в общем, стоила она 227 рублей. Такая вот штучка. Дальше нужна мне была смывка. Купила вот от Nivea. Такая какая-то с экстрактом василька, интенсивная забота о ресницах, ревностойкая туши, ну, такая. Я как-то вообще неизбирательно отношусь к смывкам. Кажется, они все примерно одинаковые. Следующее, что купила, это сахар для ванны. Запах молочная карамель. У меня такой есть уже малиновый. И соль у меня есть... с черникой. Соль у меня уже заканчивается. Мне очень нравится. Это безумно приятные ароматы. Добавлять в ванную. Очень здорово. Запах такой... я бы не сказала, что это молочная карамель. Это кофе. Наверное, кофе с карамелью или какой-то жжёный сахар с кофе. Ну, что-то такое. То есть не как молочное, такой нежный такой запах. Напоминает кофе даже чем-то. Ну, классно, люблю эти штучки, тарелочки. Следующее, что купила, это бодипилинг. Сочная папайя, давно его искала. Купила такой из этой серии тоже бодипилинг с корицей и медом. Тоже очень классный запах, хорошо очень скрабирует. Сейчас откроем. Ой, безумно приятный запах. Такой вот он яркий, красивый. Обалденный запах. Прям хочется съесть. Конечно же, я мечтаю о малиновом и шоколадном, но они как не попадаются. Везде большой выбор, но именно их нету. Папайя тоже классная. Вот. А, значит, соль такая стоит 89 рублей. Это, по-моему, 169 рублей стоит. Следующее... ну, всякое тут мыло, еще какое-то мыло, это уже так по необходимости, салфетки влажные, маску взяла такую, персик и миндаль, плацентарная маска для лица, эффективное питание, персик-миндаль. Я теперь увлажняю свою кожу, потому что какая-то странная реакция у нее произошла на холод. И я вся шелушилась, какая-то вообще кошмарная была. Пятнами покрылась. Ну, более не менее, я купила крем от Green Mama. Забыла показать вам.
такой маленький, 50 миллилитров, в Ревгоше, стоит что-то 100 рублей, по-моему, с облепихой. Что-то с облепихой. Очень классный крем, на самом деле, мне очень помог. Спас мою кожу. Ну, делаю такую масочку. Тоже не помешает. По совету Маши, любимой Махакнам, купила такой укрепляющий шампунь без силиконов, парабенов, красителей, чистый блеск против жесткой воды. Ну, в общем, попробую такое что-то новое, интересное. Еще хотела какой-то купить шампунь, по-моему, польский. Было 5 или 6 видов его. С крапивой, с ромашкой, с какими-то еще травками. Но решила вот этот взять. Потом тут попробую. Взялась шампунь «Чистая линия». Вообще впервые в жизни его покупаю. Почему, не знаю, стало мне интересно. Потому что какие-то оба зелененьких. С голубым. Они вообще два брата-близнеца. А для всех поврежденных. Ну, не знаю, вроде всем нравится. Надо попробовать. Может быть, что-то упускаю. Так. Ну, маска стоила вот этот 47 рублей. Шампунь «Гарньер». Так, где он? 89. И вот этот 59. Вообще какой-то супер дешевый. И еще я купила. Сейчас посмотрю, сколько стоит. По распродаже. Ну, по распродаже. В том плане, что эта серия как бы уже. Так, зашли. В том плане, что серия прошла, да, и когда у них уже место заканчивается, они в такую коробочку скидывают все, чтобы расставить новое. И вот этот цвет, он мне понравился, но как-то я его почему-то не купила. И сейчас я увидела, поняла, что надо взять. Мой любимый цвет, как я говорю, космический. Вот такой синий, с переливом зеленый, фиолетовый. Может, сейчас накрашу. И из этой же серии вот такой у меня есть. Но он такой прозрачный, на ногтях кажется. Его надо сверху на фиолетовый лак, очень красиво. Так что теперь у меня их два. И расскажу вам о кисточках. Сколько они стоят, я, честно говоря, не помню, но мне кажется, что в среднем каждый набор стоил по 10 долларов. Цена просто очень смешная. За 6 кистей, за чехол, за все дела. Приходит это, значит, вот в таком мешочке. Не знаю, наверное, мешочки тоже, в принципе, можно в поездку что-нибудь положить. Тут описание, тут такая тканевая надпись. Это у нас, значит, бамбу, айбраш сет. В общем, это 6 штучек для... 6 штучки, штучки. 6 кисточек для глаз. В общем, все такое натуральное, все для планеты Земля, все классно у них. Такого чехольчика. Не знаю, из чего сделан, как-то я не... Какой-нибудь лен. Ну, что-то такое натуральное. Вот так вот он открывает. Ну, такой у него видочек, конечно. Ну, кисточки хранить, в принципе, видочек. Такой. Тут, значит, зеркальце. И тут лежат кисточки. Ну, так, на липучечке все это можно залепить. 6 кисточек. А какая для чего, в принципе... Ну, как... Да. Расскажу, как я понимаю. А, тут еще и подписано. Я просто не замечала. Да, подписано. Экотус Бленд. Ну, по мне, для меня лично, это кисточка для хайлайтера. Это кисточка, чтобы нанести тени на все веко. Ну и все. Собственно говоря, что такое больше кисточки можно сделать. Она размером как раз с глаз. Очень удобно нанести весь цвет. Вот. Ну, не знаю, надо просто пробовать, я еще ими не красилась. Они лежат на пару дней, что-то я жалею их. Экотулс Крис. Не знаю, что значит Крис, честно говоря. Ну, такая вот она. Уголок у нее такой. Может быть, удобно он будет в складку наносить. Ну, посмотрим тоже. Проверим. Ну, в любом случае, каждой из этих кистей можно найти применение. Это все. Экотулс Highlight. Не знаю, какой это хайлайт. Это 100% кисть для растушевки, для раскладки.
Прям я уже вижу и чувствую, что она туда подойдет. Дальше это шейд. Но эту кисточку я бы использовала для чего-то мелкого. Для того, чтобы там в уголок нанести тени. Может, для того, чтобы какой-то глиттер нанести. Для рассыпчатых теней хорошо. Такие маленькие, как раз, чтобы удобно в баночку опускать. Тоже, опять-таки, пока неизвестно. Ну, это все, конечно же, я купила по отзывам. И Экотус Смэдж. Не знаю, что это. В общем, я понимаю, что это для подводки. Но, честно говоря, для подводки она очень толстая. Не знаю, видно, не видно, но мне кажется, она толстовата для этого дела. Ну, а если не для подводки, то для чего? Не знаю. Вот, честное слово, не знаю. В общем, не буду выдумывать ей пока ничего. Ну, такой набор. В принципе, я довольна. И я еще раз повторю, что я думаю, что я найду применение каждой из этих кисточек. Вот. Посмотреть надо еще отзывы, потому что у многих девушек они есть. Как кто использует эти кисти. Вот такой набор. И следующий набор. Bamboo Brush Set. То есть, ну, здесь все смешанное. Тоже, значит, такая косметичка. Эти косметички, например, как на уроке труда раньше делали. Вот я помню, какой-то пенал шила. Вот мне напоминает это дело. Ну, тут, значит, написано Экотус. Вот такой вот он. И здесь как такое отделение есть, да? То есть мы сюда тоже можем положить какие-то кисточки. В принципе, удобно. Здесь вот такой вот у нас наборчик. Тоже очень классный. Для пудры кисть. Хороший размер и для румян подойдет, для пудры. Очень мягкая, приятная, красивая, классная кисточка. Следующая кисточка у нас идет. И как бы вот две таких. Они не подписаны. Вот лучше бы они бы их подписали. Ну, короче говоря, одна для консилера, одна для теней. Почти что они одинаковые, только вот различается у них цвет волоса. Но как я понимаю, не знаю, как на качество. Вот это может быть более, не знаю, по мне одинаковые. Или может что-то у меня с глазами. Ну, в общем, одна для контейнера, одна для... Что со мной? А одна для теней. У меня, в принципе, нет такого консилера, который нужно, да, наносить кисточкой. Но я думаю, что скоро, наверное, куплю. Хочу от MAC купить. Как-то я потом привязалась к этому гарниру и никак с него не слезу. Вот думаю, что надо MAC попробовать. Вот это в круглой баночке, не помню, как называется, честно говоря. И как раз для этого хорошо подойдет такая кисть. Но, в принципе, это... Не те кисти, которыми вы сможете заменить весь свой там арсенал, да. Это кисти вспомогательные или же для поездок. Как-то, не знаю, как разбавить, дополнить свой набор. И поэтому, как при ближайшей возможности, я закажу себе набор от Sigma, чтобы уже как-то на самом деле обновить свои кисти. Вот. Следующая кисточка, это скошенная, ну, это вот это точно уже для нанесения подводки, тут уже без сомнений. Думаю, что хорошая, так она не толстенькая, думаю, будет удобно. И вот эта вот штучка, которая для ресниц, для бровей, по-моему, ну, тоже хорошая штучка, у меня просто такой нету, как раз пригодится, вот. Вот такие были покупки и кисточки от Экотус. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь. Всем пока!